Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. И у нас сегодня будет очень интересная распаковочка водонепроницаемых крутых мужских часов. Штанов! Ну да, штанов. Штаны пришли в хорошо упакованной упаковке. Я уже их раскрыл, так что упаковочку вам не буду показывать. Но они были реально очень хорошо упакованы. Пришли мне штаны быстро, где-то за 28 дней. И мне их любезно предоставил магазин New Chic. Штаны подойдут как для рыбалки, охоты, так и для повседневной носки и всех видов спорта. Они очень классные, и мы сегодня увидим с вами их тест. Тест будет очень прикольный, советую досмотреть до конца. Штаны сделаны из 100% полиэстера, износостойкие и прочные, не нуждаются в особом уходе, их можно стирать при 40-60 градусах в машинке. Быстро высыхают после стирки, хорошо держат цвет и практически не дают усадки. Материал подкладки Polar Fleece, это ворсовое трикотажное полотно. Преимущества таких штанов: хорошо сохраняют тепло человеческого тела, не накапливают и хорошо отводят избыточную влагу, высокая износоустойчивость, высокий уровень комфорта при носке, гипоаллергены, не дают усадку при стирке. Прошиты брюки везде хорошо, есть водонепроницаемые кармашки, которые проклеены изнутри. Штаны эластичные и хорошо тянутся. А теперь поехали смотреть тест. Для начала проведем простенький тест. Полив небольшим количеством воды на наши штаны и посмотрим, пропустят они влагу или нет. Под штаны я подложил лист бумаги А4 и увидим, промок лист или нет. И так как видим, лист совершенно сухой. С чего мы можем сделать вывод, что штаны воду не пропустили. И это так и есть, нога у меня действительно сухая. А теперь посмотрим тест уже повеселее. Итак, друзья, начнем наш интересный тест и очень увлекательный. Я в этих штанах полезу вон ту речку. Так как заявлено, что штаны водонепроницаемые, значит, мои главные штаны спортивные должны быть сухими. Штаны на меня подошли идеально. Заради чистоты эксперимента нам помогут водонепроницаемые носки. Одеваем все это добро вместе. Носки уже были проверены на канале Топ-Али. Они реально водонепроницаемые. Теперь будем проверять штаны на водонепроницаемость. Хочу сразу же сказать, что штаны очень удобные и приятные на ощупь. Что-то я очкую, 0 градусов на минуточку. О, болото пошло. Один носок уже пропустил воду. Вернее, стыковка носка. Ну вот это, что оно промокло, это пошло от носка, потому что здесь носок воду пропустил все-таки. Итак, посмотрим на наши штаны. Скажу вам так, они промокли немножко. То есть они не предназначены для того, чтобы в них лезть в воду. Но вы как видели, они воду хорошо отталкивают. Очень даже хорошо. Если вы то есть, в них не будете лезть, как я, то будет все очень даже хорошо. От дождя штанишки спасут, и на осеннюю погоду или зимнюю очень даже будут ничего. Итак, после наших интересных и веселых опытов могу с уверенностью сказать, что штаны действительно водонепроницаемые. Хотя наши вылазки в речку они немножко не прошли. Могу с уверенностью сказать, что штаны дождь выдержат идеально. Они очень удобные, теплые, хорошо держат тепло. То есть для туристов, для охотников, для рыбаков подойдут, я думаю, идеально. Спасибо, что смотрите мои видео. Ставьте лайк, если вам понравилось, как мне штаны прилетели в лицо. И подписывайтесь на канал, если вам понравилось, как я в них окунался в речку. Спасибо за просмотр этого ролика. Всем пока!